Лицей ритейл продолжает свою работу, и мы сейчас в Уфе будем говорить про сельскую розницу. Я уже успела заглянуть в этот магазин и посмотреть, как у «Алмаза» работают магазины. Но так как в тот момент еще мы только набирали информацию, то решила, что нельзя упустить возможность и не поговорить с «Алмазом» о том, как же сейчас развивается сельская розница. «Алмаз», добрый день. Добрый день. Про вашу сеть. Давайте познакомим зрителей с тем, сколько у вас магазинов, и немножко такой исторический след про название, ну, ту вводную, которая позволит чуть-чуть больше узнать о том, чем же именно вы занимаетесь. Наша торговая сеть «Доверие» работает на севере Башкирии, в двух сельских районах. В сети 20 магазинов у дома, продуктовые, хозтоварные. Также есть направление по общественному питанию, куда входит собственное производство. Сеть берет свое начало с 1998 года. Ее основал мой отец Дамир Низамудинов на базе осколков местного райпо и также на базе снабжающей организации нефтяников, да, потому что там, где мы находимся, в селе Краснохомск, село Краснохомск было основано нефтяниками в 1957 году. И вот местная нефтяная компания создавала подрядные организации, которые обслуживала местное население, и одно из них вот как раз занималось продуктами. Вот на базе него мы тоже выросли. Изначально магазины были прилавочного типа, но они трансформировались в супермаркеты самообслуживания. Знаю, что вы пробовали франчайзи, у вас есть сейчас поддержка в виде фасоли от Метро. Да, то есть также в нашей сети есть три магазина «Фасоль», которые мы открыли вместе с компанией «Метро». Ну, тогда какая у нас цель была? У нас мы стремились улучшить сервис, улучшить наши магазины, потому что три года назад мы начали искать пути нашего развития. То есть изначально у нас было понимание того, что очень важно сделать какой-то упор, и мы сделали собственное производство ядром наших магазинов. Да, это хлеб, выпечка, кулинария. На тот момент мы держали достаточно узкий ассортимент по остальным категориям. Вот. Три года назад мы поняли то, что нам нужно меняться. Да, мы решили попробовать с франшизы «Фасоль» вместе с компанией «Метро». Мы расширили ассортимент федеральных производителей на наших полках. И также мы пошли в более глубокую автоматизацию, аналитику, да, потому что с широким ассортиментом нужно работать профессионально. То есть нужно и эффективно закупаться, настроить автоматическое сопоставление цен, нужно управлять ассортиментом более грамотно, да, потому что по пустым полкам работать — это не дело. То есть раньше как было принято? Есть заведующий магазина, который контролирует всю работу внутри магазина, он и общается с поставщиками, он и делает заявки на глаз. Да, то есть раньше это работало, но здесь есть лимит в том, что ты должен держать более узкий ассортимент, да, потому что невозможно одному человеку управлять всем магазинам. Вот. И, соответственно, мы решили пойти в автоматизацию, в аналитику. Вот мы в Москве познакомились с ребятами, с Яном Виталием, которые также открыли свой собственный магазин и на базе магазина написали платформу, которая помогает маленьким магазинам эффективно управлять ассортиментом. Три года назад, это когда вы пришли тогда работать? Как, да. Как происходит? 25 лет уже, получается, предприятию, и, соответственно, надо понимать, что вот это осознание, что надо меняться, оно откуда это пошло? После завершения учебы я попал в компанию «Феррера» на программу для молодых специалистов. Там два года работал, развивался, и когда общался с моим отцом, я понял то, что сейчас вот настал такой момент изменений в нашей местной рознице. И меня это заинтересовало, и я решил себя попробовать в торговле. Вот я так и попал
на волне изменений нашей компании. Да, отдельный момент, что с Алмазом мы действительно познакомились не здесь, не в Уфе, не в Башкортостане, а на мероприятиях в Москве, потому что он сразу так достаточно выделился из тех посетителей, которые посещают наши мероприятия, ровно тем, что очень много вопросов задавал. Для меня это немножко было, да не то чтобы удивительно, да, а то, что мы уже немножко попривыкли к тому, что очень многие все знают, и там или применяют, или не применяют. Ну, в случае этим как раз, получается, максимально нужно было набирать информацию. Вот с точки зрения вот вам, как молодому специалисту, там, молодому владельцу, да, подхватывать работу, которая там устоялась, там есть привычки. Вообще сельский посетитель, сельский покупатель, кстати говоря, вот какой он и что в себе пришлось, может быть, где-то поменять? Я понимаю, что вы также там плюс-минус понимаете, кто это такой, но пришлось ли вам каким-то образом там поменять даже себя для того, чтобы соответствовать в общении с людьми и реализовывать их ожидания и вообще понимать, что они хотят еще? Чем отличаются сельские покупатели и продавцы? Тем, что у всех более тесные отношения, да, все друг друга знают, соответственно, продавец стремится не накосячить, да, потому что если вдруг он начнет плохо обслуживать покупателя, то об этом все узнают. Непосредственно покупатель, да, то есть он более открытый к обратной связи, от него намного легче получить обратную связь. Но в то же время особенность, насколько я понимаю, то, что посетителей просто как физически мало. Да, есть ограниченное количество посетителей, и также важно понимать то, что все объекты на селе находятся отдаленно. Соответственно, люди в основном перемещаются на машинах. Вот. И локации, соответственно, нужно немножко по-другому выбирать. Да? То есть нужно просматривать, как передвигаются люди в селе, вот, как движется транспорт, и уже на потоке ставить магазины. Ну, в принципе, это традиционный момент, но для меня я точно понимаю, что, опять же, наблюдая по городам, вообще вот катаясь по регионам, видно, что есть все-таки некоторая центровая точка, если мы говорим про село, да, и такое вот притяжение. Отдельный момент, что когда мы заехали в один из населенных пунктов, где у Алмаза есть магазин, прямо рядом с магазином находится торговая сеть «Монетка». Как у вас теперь уже вопрос про конкуренцию? Как сейчас обстоят дела конкуренции там? И получается ли удерживать правильный вот подбор услуг, сервиса, продуктов для своих покупателей, чтобы конкурировать? На нашем рынке представлены практически все федеральные сети. Мы работаем практически дверь в дверь. Мне кажется, что конкуренция – это двигатель прогресса и для покупателей, и для бизнеса то же самое, да? Потому что это активирует нашу мозговую активность. Мы ищем способы привлечения новых покупателей. И как раз-таки, когда в нашем районе, в наших районах начали активно развиваться федеральные торговые сети, мы начали меняться. Как раз таки вот эти моменты совпали. Что мы изменили? Ну, во-первых, это ассортимент. Он стал намного шире. То есть раньше у нас было около 3500 SKU, сейчас уже почти 6000 SKU. Из них 400 SKU – это собственное производство. А также мы постарались сделать наши магазины более современными и уютными. Да, мы поменяли освещение, сделали более комфортный теплый свет и также установили современное холодильное оборудование, удобное. Ключевое – это самообслуживание, да? Да. А вообще как к этому отнеслись? Все-таки здесь уже немножко нарушается вроде бы вот это продавец-покупатель там через прилавок. Быстро ли привыкли покупатели к новому формату самообслуживания? Да, достаточно быстро, да, потому что у нас также рядом с селами расположены города, где уже давно развивались магазины самообслуживания. И как мы поняли, покупатели, если чего-то не находят на селе, они едут в город, там ищут товары. Соответственно, предоставляя новые сервисы в виде самообслуживания, расширяя ассортимент, мы как бы возвращали обратно покупателей в магазины. Вот это и было точка роста наших магазинов.
Если поговорить про средний чек, вот 3 года прошло, там вы уже начали более серьезно там, может, аналитикой заниматься. А вот год к году, как у вас сейчас меняется ситуация? Растет ли, как растет трафик? Ну, если можете такими цифрами поделиться, то буду рада. Средний чек и выручка растут выше инфляции. Средний чек на данный момент у нас уже составляет около 350 рублей. Да. Ну, тут в зависимости от магазина, да, более маленькие магазины, их поменьше средний чек, а отдаленные магазины, где люди специально ездят на машине, там уже побольше средний чек. Ядром наших чеков составляет собственная продукция, это в основном хлеб, а также молоко и фрукты, овощи. Недавно мы также начали экспериментировать с СТМами, собственно, торговой маркой доверия. Честный литр, совместно с местным молочным заводом мы запустили в производство молоко честный литр доверия в пленке и в бутылке. Сейчас данная продукция является лидером продаж. Как, вы знаете, вот я сейчас слушаю, и для меня является таким неким диссонансом. То есть мне все время рассказывают о том, что сельской рознице очень тяжело работать, что в ней практически никакие тренды невозможно реализовать. Ну, в принципе, про собственное производство я понимаю, что он, в принципе, у многих в регионах он так развит. Вот ведь, наверное, в каких-то моментах проще отдать площади. Я представляю, что очень многие магазины, они вам принадлежат. Ну, в смысле, площади. Или у вас из этих 20 магазинов, вы на все ваши объекты или нет? На данный момент все наши объекты. Но тут, знаете, какая проблема, да? То есть очень важно адекватно оценивать свои финансовые показатели. Да? Отдельно выделять строчку внутренней аренды. И вычитать ее из прибылей, да, чтобы посмотреть реальные цифры, потому что предприниматель, он всегда оценивает, что ему выгоднее, либо сдать в аренду магазин, получать стабильный доход, либо продолжать работать дальше со своим магазином, да, но при этом доход, он должен быть выше потенциального дохода от аренды. Вот мы постоянно за этим показателем следим, но также у нас есть желание выйти на аренду, потому что как есть конкуренция, когда есть конкуренция, когда есть аренда, это заставляет тебя двигаться дальше, искать способы там, нарастить трафик, прибыль, маржинальность, сократить расходы, да, то есть это дополнительный мотиватор развиваться. То есть новые площадки вы рассматриваете? Да, рассматриваем. Здорово же. Я на самом деле каждый раз радуюсь, когда есть возможность говорить все-таки некоторым оптимизмом, потому как вот когда все говорят, что плохо, но здесь вот есть один из вариантов, когда можно подумать, проработать и найти какие-то варианты. Еще вот про тренды немножко такой. Сейчас у вас SKU около 7 тысяч, да? Около 6 тысяч. 6 тысяч SKU уже в ассортименте. Фуд-ритейлер самый востребованный товар многие лет остается бананы и курица. Какой товар самый востребованный в вашей сети? Наши топы – это молоко, доверие честный литр, хлеб собственного производства, первый сорт. Там в зависимости от магазина какая-нибудь плюшка собственного производства тоже. Да, собственное производство – ключевой момент, да? А что касаемо вот СТМ, которые сейчас зашли через тему молока, видите ли вы в дальнейшем какой-то потенциал еще привлечь какие-то продукты, которые, ну, вы на своем собственном производстве не готовы выпускать, но хотите через промышленные предприятия, ну, через другие предприятия заказывать? Да, конечно, но при этом очень важно настроить систему контроля качества, да, потому что на СТМ мы размещаем свое имя, да, если что-то вдруг пойдет не так по качеству, то покупатели в первую очередь будут винить нас, вот, и, соответственно, мы в первую очередь должны у себя построить вот эту систему контроля качества и более тщательно искать производителей, в том числе ездить к ним на экскурсию на производство, смотреть, оценивать все визуально.
Ну, я так понимаю, что все-таки в первую очередь вы рассматриваете кого-то местных для того, чтобы именно с ними задружиться, потому что я плохо себе представляю, да, прийти к какому-то сильно крупному федеральному игроку, и надо ли это делать, да? Да. Еще один момент к вопросу о некрупной-крупной. 6 тысяч SKU, соответственно, там около половины, например, там, ну, не знаю, там 400, да, вы сейчас наименование говорили, да, что своего производства, остальное, соответственно, вы закупаете. Вот то, что вы закупаете, ну, всегда некрупные сети, ну, скажем так, сокрушаются на тему того, что цены, которые им предоставляют партнеры, поставщики, они совершенно неконкурентны. Как вы эту историю сейчас обыгрываете, чтобы все-таки тот ассортимент брендов, который знакомы людям, все-таки можно было держать в сравнимой цене с теми конкурентами, которые рядом сидят, ну, с той же монеткой, например, которую я видела. Ранее, до вот этих всех изменений, мы считали, что нам нужно держать узкий ассортимент, узкий набор поставщиков для того, чтобы нам эффективно управлять бизнесом и закупками. Но 3 года назад, когда мы начали менять свою парадигму, для расширения ассортимента нам были нужны новые поставщики. И также мы поняли, что чем больше поставщиков, чем больше конкуренции между ними, тем ниже входная цена для нас будет. Mm-hmm. Вот, соответственно, мы сейчас идем по пути задвоения и затроения поставщиков. Да? Нам очень важно, чтобы между ними была конкуренция открытая, прозрачная. Вот. И вот именно такой подход позволяет нам на полке держать адекватные цены, конкурентоспособные. А что касаемо автозаказа, про который вот мы немножко уже затронули речь, когда мы были на объекте, ваш коллега очень так эмоционально рассказала о том, что как-то она случайно вместо 3 штук каких-то плюшек заказала 30 штук. И какое же было ее удивление, что к вечеру ни одной плюшки не осталось. Как вы с этой темой стали разговаривать со своим персоналом? Потому что когда вы все-таки с такой, ну, массой изменений, когда нужно было отдавать свое привычное, что мы этим занимаемся сами, вот здесь этот процесс, он все-таки немножко про изменения, про трансформацию здесь можно, да, ответить. И как это происходило, то есть, ну, какими этапами? Начну с того, что немножко расскажу про механику вот этих автозаказов, да, то есть это не совсем автозаказ. У нас работает платформа, которая подгружает продажи и остатки каждые полчаса из 1С. Нашей товароотчетной системы. Но окончательное решение по заказу принимает человек, закупщик. У нас закупщики есть и при магазинах, и централизованно в офисе по категориям. Если говорить про заказ на платформе, то получается, закупщику открывается окно, где видны продажи за последние 14 дней и остатки текущие, и модель подсказывает, сколько нужно заказать товара на основе предыдущих продаж. Вот, но окончательное решение принимает закупщик, вот как вы описали пример, с закупом плюшек. То есть модель предложила 3 штуки заказать, но случайно, видимо, человеческий фактор, нолик добавился, это все отправилось в заказ. Но при этом это весь товар продался. Да, то есть таким образом у нас модель еще предлагает немножко увеличивать заказ. Да? Например, если товар продается по 10 штук каждый день, модель может предложить немножко добавлять там по 1, по 2 штуки, экспериментировать с продажей, а вдруг продаться. Разные случаи бывают, но в целом модель, она помогает принимать правильное решение закупщику. Ну, здесь еще важный момент понимать, что когда идет переход от ручного управления к неким вот таким, когда помогает уже робот условно, да, там, да, программы, то действительно в некоторых случаях уже тема экспериментов, ну, вообще есть такой момент в привычных схемах, да, чтобы не допустить просрока. Вот, кстати, в вашей сети, вот если просрочка случилась, что в данном случае там, что происходит? Да, когда мы начали меняться, у нас были определенные ограничения, были штрафы, система штрафов различные уровни, также были ограничения по списаниям, по оценкам,
какие-то свои проценты, угу. да, про которые я пытался узнать, почему именно вот такой-то процент. Ну, никто не мог объяснить. Ну, это исторически сложилось. Ой, исторически так сложилось, да, это моя вот, любимая. Как бы один из первых шагов наших было это убрать вот эти все штрафы и все ограничения по списаниям. У коллег, конечно, были сомнения. Все думали, что ой, сейчас мы будем все списывать, ничего не будем зарабатывать. Но в итоге мы нарастили продажи по Скоропорту значительно, да, то есть мы убрали вот этот ограничитель, страх в виде списания, ограничений по списанию, вот, и также немножко пересмотрели мотивацию персонала в плане оплаты, да, то есть мы старались заинтересовать людей экспериментировать, не бояться пробовать новое, да, и изначально мы пилот запустили на одном магазине, да, для того, чтобы нам проработать все бизнес-процессы на одном магазине, довести их до идеала, показать цифры другим магазинам, сказать, что вот смотрите, мы работали так, после изменений мы стали намного лучше, давайте поменяемся. Вот. И вот таким образом за 2 года мы сумели перестроить все магазины на новый лад. Что касаемо еще персонала, сколько человек сейчас работает в магазинах? В сумме вот, по всем магазинам, по производству? 300 человек. 300 человек. Да. У вас ответственность за там, судьбу там, 300 человек, которые работают. Есть ли понимание, там, по сколько лет работают вместе с вами? Ну, на тот момент, когда я вот пришел в компанию, у нас было много людей, которые работали уже 20 лет в торговле. Да? Я 20 лет в торговле. Я все знаю, зачем мне вот эта модель. Вот. Но, к сожалению, с некоторыми пришлось попрощаться, да, потому что не все могли или хотели меняться. Но также нам удалось привлечь много молодых кадров, которые были заинтересованы в изменениях, в обучении. Ну, так вот потихонечку перестроили персонал и сейчас у нас, наверное, где-то 50 на 50, то есть молодые и уже опытные сотрудники. Вообще, как это, когда вы как молодой предприниматель, да, там, все-таки, знаете, так, вот уже услышал, что я 20 лет, знаю да. тут все. Как приходилось там условно бороться, не бороться? Все-таки я уверена, что на селе не просто с кадрами, потому что мы в городах постоянно слышим одни и те же ответы, когда кадров нет, да? Да. Ведь все равно разбрасываться кадрами непросто, и с одной стороны, вроде как переломить человека, который там 20-30 лет работает, угу. как это, когда вы приходите, даете задачи по изменениям на ограниченном ресурсе привлечения новых сотрудников? Да, на самом деле у нас был ограниченный ресурс по сотрудникам, потому что у людей на селе всегда есть выбор. Они могут поехать в город и там найти работу. Да, то есть у нас мы еще конкурируем с городскими магазинами, не напрямую. Мотивация сотрудников идти на работу складывается из следующих факторов. Да. Первое – это оплата. Да, она должна быть чуть выше среднего на рынке, для того, чтобы у человека было желание прийти на работу. Второе – это адекватное отношение к сотрудникам, да, то есть мы должны доверять им, мы должны их обучать и адекватную обратную связь давать. Таким образом мы решали вот кадровые вопросы, вопросы мотивации и изменений. Угу. Вот там, папа вам доверил бизнес и сразу передал руль управления? Нет, мы же начали с небольшого пилота на одном магазине, да, то есть мы оттачивали все процессы на нем, мы доказали собственникам бизнеса, что наша новая система работает. Магазин стал намного эффективнее, когда мы все поменяли, да, и после этого мне дали добро распространить вот эти изменения на все магазины. Еще один момент, про который, когда говорили про покупателя, как-то не затронули, обратная связь, вообще взаимодействие с покупателем. Сейчас же много, сейчас же привычно у больших слышать, что мы там обо всех каналах поддерживаем взаимосвязь. Как у вас выстроена вот эта дополнительная работа с покупателями, чтобы
напоминать о себе. На селе очень развиты сельские чаты в WhatsApp, в ВКонтакте группы подслушанные есть. По селам. Вот, там часто жители общаются между собой, выкладывают свои мнения о каком-то объекте. Ну, как правило, они жалуются на что-то. Жалуются на местную власть, что там вот, дороги не делают, тепла не хватает. И также дают обратную связь по магазинам, что вот тут просроченный товар нашли, что вот здесь вот нахамили. Вот. В этих чатах мы стараемся отлавливать жалобы, отвечать на них и также размещаем рекламу. Год назад мы начали экспериментировать с чатами магазинов. И изначально у нас чаты были закрытыми, да, то есть туда могли только выкладывать сообщения администраторы магазинов. Эти чаты не были очень популярны, да, потому что у людей люди были ограничены в активности. Да. Потом мы решили поэкспериментировать, просто убрали ограничения, открыли чаты. И люди начали очень активно добавляться туда. Большое опасение у администрации магазина было в том, что люди начнут хамить, постоянно писать жалобы, да, и это как негативно отразится на репутации магазина, да. Но в действительности оказалось совсем наоборот, да, люди очень душевно часто пишут благодарности персоналу, как правило, персоналу, либо о качестве собственной продукции. Вот. И мы открыли все чаты, люди начали активно добавляться, и они вот... Самый большой чат у нас, там уже почти 600 человек. В одном из магазинов. И получается, все это ведут просто продавцы или директора магазинов? Как правило, самые активные продавцы, кто любит активничать в социальных сетях. Вот они выкладывают, пишут что-то от себя. То есть это вот так душевно получается, без стандартов. В данном случае, как говорится, максимально вовлеченность, да? То есть только в этом случае. Ну, это действительно так, в чаты поддерживать в сухую очень сложно. Ну, так мы прошли, знаете, вот ключевые моменты вроде как по основным вопросам. Но вы знаете, всегда очень трудно, особенно вот сейчас, не находясь в магазине, увидеть вот то, понятно, что мы вам стараемся показать там, и вы уже видели что-то из данного магазина, но вот каждый раз, когда я приезжаю в новые регионы, или, ну, новый регион для меня, или и вот в город, либо в село, я понимаю, что вообще отношение к рознице несколько другое у людей. То есть они в том числе еще побеседовать туда приходят. Вот все-таки вопрос, знаете, такого коллектива, там, сообщества, помимо чата. Что-то вы еще делаете там, в селах, для того, чтобы быть заметным игроком на рынке, в части, не знаю, там, не знаю, поддерживаете какие-то социальные активности, там, что-то еще такое делаете? Да, мы очень плотно взаимодействуем с местной властью, да, то есть если есть какие-то потребности, социальные виды благотворительности, мы активно в них участвуем. Также от себя мы тоже проводим мероприятия. Вот последнее у нас на День защиты детей. В каждом селе, возле одного из магазинов, мы проводили детские праздники. Да, пришло очень много детей. Да, все были безумно рады, счастливы. Мы также эту всю информацию транслировали в местных чатах. Там местные родители очень активно благодарили нас. Да, нам было очень приятно. Мы, скорее всего, эту традицию продолжим и на следующий год тоже. Вот. Также под Новый год мы устраиваем конкурсы между коллективами магазинов. Мы предлагаем им разукрасить магазины собственноручно, да. Некоторые из них даже расписывают стекла красками, очень креативно, творчески получается. Вот. Ну, мы стараемся создать вот эту некую душевность в магазинах, чтобы продавцы создавали уют своими руками. Ну, естественно, надо вовлекать людей и делать магазин своим для аудитории, для покупателей и для себя. Вот. И в завершение, наверное, я бы хотела, чтобы у вас там была возможность там как-то, вы знаете, обратиться к подобным
к подобным предпринимателям, да, вот с неким там и себе пожелать, и другим пожелать что-то, о чем, ну, вот, куда идти, куда стремиться. И в завершение еще также бы хотелось, чтобы вы некие фокусы для себя наметили, во что вы верите и во что вы будете вкладываться и усилять. Я считаю, что малая розница должна жить в России и развиваться. Для того, чтобы было комфортно и предпринимателям, и покупателям, я считаю, что магазины должны инвестировать в более глубокую автоматизацию управления ассортиментом, да, для того, чтобы магазины могли эффективно закупаться, управлять эффективным ассортиментом, и тем самым выставлять товар с адекватными ценами на полках, mm-hmm. для того, чтобы покупатели были довольны. Это первое. Второе – это вот работа по ассортименту. Да? С помощью автоматизации вы не будете бояться работать с широким ассортиментом, конкурировать с федеральными игроками. Вот, поэтому мой посыл – это вот развитие постоянно и вложение в автоматизацию управления ассортиментом. И третье – магазинам очень важно развивать уникальные категории. Да, вот в нашем случае это собственное производство, да, для того, чтобы покупатель именно к вам ходил за этим товаром. На данный момент над чем мы работаем? Мы активно расширяем и развиваем наше собственное производство. Мы стараемся ездить и учиться у других сетей. Недавно как раз таки были в Красноярске в гостях у Командора. Вот, стараемся посещать различные мероприятия, в том числе вот конференции по собственному производству, которая проходит в марте каждый год. И на данный момент мы стараемся уходить в заморозку, да, то есть мы хотели бы заниматься больше доготовкой в магазине, да, потому что это и аромамаркетинг, это и свежесть, и меньше списаний, меньше потерь. Знаете, такими пожеланиями 1, 2, 3, но по факту и себе таким образом уже фокусы построили. Ну что ж, я могу только порадоваться за то, что сейчас есть такие сети, и 25 лет уже бизнесу, и, конечно, те 25 лет, которые прошли, они дали возможность там получить первоначальный капитал. У кого-то он больше, у кого-то он меньше. Но здорово, что есть возможность продолжать это развивать уже семейными поколениями, да, в какой-то мере. Вот. И я хотела бы, чтобы российский ритейл продолжал оставаться таким же разнообразным. Очень разный у нас покупатель, и даже 400 километров между городами кардинально меняет картинку на полке. Вот. Экспедиция ритейл продолжает свою работу. Алмаз, спасибо большое, что спасибо, смогли Наталья. Ответить. Да, и до встречи в других эфирах, до встречи в других городах. Читайте сайт retail.ru, изучайте наши видеоматериалы, делитесь, подсказывайте, куда еще нужно поехать. До встречи!